26 июня 1999 года в Лондоне, Великобритания, чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO, британец нигерийского происхождения Херби Хайт провел третью защиту принадлежавшего ему титула. Его соперником стал владеющий титулом чемпиона Европы украинец Виталий Кличко. Первый раунд за счет активной работы корпусом и хорошему передвижению по рингу взял Херби. Однако уже с начала второй трехминутки претендент захватил преимущество и был все успешнее в своих атаках. Ближе к концу второго отрезка боя Кличко отправил противника в нокдаун, а после завершил начатое очередной порцией точных ударов, вновь опрокинувших Херби. Досрочная победа Виталия Кличко. 26 июня 1999 года в Лас-Вегасе, США, непобежденный чемпион в легчайшем весе по версии WBA, американец Джонни Тапиа, провел первую защиту принадлежавшего ему титула. Его соперником стал соотечественник Поли Аяла. Это противостояние прошло в постоянных разменах ударами, в которых оба много пропускали и наносили ущерб противнику. Лишь ближе к концу сражения более свежий Аяла завладел преимуществом, что позволило ему одержать победу единогласным решением судей. Этот поединок был признан лучшей схваткой 1999 года. 26 июня 1993 года в Лондоне, Великобритания, чемпион мира во втором среднем весе по версии WBC, британец Найджел Бен, провел третью защиту принадлежавшего ему титула. Его соперником стал соотечественник Лу Джент. Как и ожидалось, достойного сопротивления в лице Джента Найджел не получил. Уже в третьей трехминутке Лу трижды побывал в нокдауне, а после еще двух падений претендента в четвертом раунде рефери остановил избиение, зафиксировав досрочную победу Найджела Бена. 26 июня 2015 года в Шеллоте, США, бывший чемпион мира в среднем весе по версии IBF, австралиец Сэм Солиман стал очередной ступенью в карьере непобежденного американца Доминика Уэйда. Поединок прошел в вязкой борьбе с обилием клинчей. Отдельно можно отметить падение Солимана в четвертой трехминутке. Однако он поднялся и оказал более чем достойное сопротивление проспекту. По завершению финального раунда судьи разделенным решением отдали победу Уэйду, на что зал ответил недовольным гулом.